Находящийся в сознании, Пракритым, к моей собственной природе, Гатага, пришедший. Перевод. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О, Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». Комментарий. Употребленные здесь слова «манущим рупам» ясно указывают, что изначальной формой Верховной Личности Бога является двурукая. Отсюда следует, что те, кто насмехается над Кришной, считая его обыкновенным человеком, ничего не знает о его божественной природе. Будь Кришна обыкновенным человеком, разве мог бы он явить Арджуне вселенскую форму,
а затем принять облик четырехрукого Нараяны. Таким образом, из самой Бхагавад-гиты становится ясно, что тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, избивая читателя с толку, заявляя, что устами Кришны говорит безличный Брахман, несет чепуху. Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму и форму четырехрукого Вишну. Как же можно считать его обыкновенным человеком? Чистого преданного все эти ложные толкования Бхагавад-гиты не могут ввести в заблуждение, ибо он знает им цену. Смысл стихов Бхагавад-гиты ясен как день. Они сияют как солнце, и чтобы понять их, не нужно прибегать к услугам глупых комментаторов, пытающихся высветить солнце. Арджуна увача, Дриштведам манушам рупам, Тавасам ям джанартана, Идани масми самбита, сачита пракритингата. Увидев Кришну в его изначальном облике, Арджуна воскликнул: «О Джанардана, теперь, когда я вижу тебя в образе человека удивительной красоты, ум мой успокоился, и я окончательно пришел в себя». So Prabhupada, he explains so nicely at the end of the purport. Шрила Прабхупада в конце комментария так замечательно объясняет, that the original verses of the Bhagavad Gita are just like the sunshine. Что изначальные стихи Бхагавад Гиты подобны сиянию солнца. Or as clear as the sun. Или они чисты, как солнце. And there is no need of foolish misinterpreters to take the torchlight in order to point to the sun. И нет необходимости в этих глупых комментаторах, которые подобно тому, что берут факел, пытаясь указать на солнце. What will your torchlight do? Что этот факел сделает? Torchlight you need if there is no light. Факел или фонарик нужен только тогда, когда нету света. The absence of sun, then you need torchlight. Да, когда нету солнца, то тогда нужен фонарик. Flashlight. Или фонарик или факел. But if there is the sun shining, there is no need. Но когда солнце сияет, то в этом нет необходимости. So the verses of the Bhagavad Gita are self-effulgent. Так что стихи Бхагавад Гиты самосияющие. And Srila Prabhupada, in his purpose, he simply extends that effulgence. И Шрила Прабхупада в своих комментариях просто продолжает или распространяет это сияние. Just like because the conditioned souls are so conditioned by material nature. Потому что обусловленные души так обусловлены материальной природой. That they are hiding from the sun. Что они прячутся от солнца. Just like the lizards and other some creatures, spiders, they live underneath a rock or inside a hole. Как, например, ящерицы или пауки, они живут в каких-то норах или под камнями. Hiding from the sun. Они прячутся от солнца. So for those creatures, living beings, it is necessary to bring them to the sun. И вот таких живых существ необходимо выводить на солнце. Otherwise they will not see. А иначе они никогда не увидят. That's the necessity of a bona fide purpose. И в этом необходимость подлинных комментариев. To just point out, here is the sun. Указать, что вот здесь солнце. Here Lord Krishna speaks. Здесь Господь Кришна говорит. Here in these verses Krishna describes himself. Здесь в этих стихах Кришна описывает самого себя. That is necessary. И это необходимо. But there's no need to cover the original message of the Gita. Но нет необходимости скрывать изначальное послание Гиты. By misinterpreting. С помощью ложных спекуляций, интерпретаций. Krishna means black. Кришна означает черный. Black means ignorance. А черный означает невежество. So Krishna means ignorance. Так что Кришна означает невежество. There are commentators there writing. They try to explain Krishna that way. Есть такие комментаторы, они пытаются объяснить Кришну таким образом. Krishna means the black, darkness, ignorance. Кришна означает черный, невежество и темнота.
So such commentaries we don't need. В таких комментариях мы не нуждаемся. Шрила Прабхупада's purpose is so wonderful. Но комментарии Шрилы Прабхупады так замечательны. They simply enhance the brilliance of the original Bhagavad Gita verses. Они просто усиливают сияние изначальной Бхагавад Гиты. So here it is mentioned that after Lord Krishna revealed his universal form. Здесь упоминается, что после того, как Господь Кришна показал свою вселенскую форму, then again he showed his chaturbhuja. Затем он вновь показал свою чатурбхуджу. Then after revealing his chaturbhuja, then his dvibhuja. Потом, после того, как он показал чатурбхуджу, он показал двибхуджу. So both the four-handed form of the Lord and the two-handed form of the Lord, they are considered to be human-like. Обе формы, четырехрукая и двурукая форма Господа, считаются человекоподобной. Because when Lord Krishna performed his transcendental pastimes with the Yadus, потому что когда Господь Кришна проводил свои трансцендентные игры в семье Яду, he also sometimes performed those pastimes in his four-handed form. Он выполнял некоторые из своих игр с четырехрукой формы. But primarily with his two-handed form. Но в основном двурукой формы. So that is considered to be the original form. И это считается изначальной формой. The human-like form. Форма, подобная человеку. Even in the Bible it is mentioned that what is that? That the human being is made after the image of God. Даже в Библии есть такое высказывание, что человек создан по образу и подобию Бога. So that indicates that the form of God must be like our form. Это указывает на то, что форма Господа должна походить на нашу форму. But of course it doesn't consist of the material elements. Но, конечно же, она не состоит из материальных элементов. It is a completely spiritual form. Это полностью духовная форма. And that form is complete and perfect in itself. И эта форма является полной, завершенной самой в себе. Пурнамрупаха. Пурнамрупаха. Perfect form. Совершенная и законченная форма. Even as a child, Lord Krishna enacted pastimes which are only possible for the Supreme Personality of Godhead. Даже в своем детстве Господь Кришна выполнял такие игры, которые только лишь возможны для Верховной Личности Бога. Even as an infant, he does not lose his identity as the Supreme Lord. Даже как младенец он не теряет своего тождества как Верховного Господа. That we have seen when Lord Krishna was just 7 days old. Это мы могли видеть, что когда Кришне было 7 дней, he killed a gigantic demon like Putana. Он убил гигантскую демоницу Путану. How is this possible? Как это возможно? For a small child. Для маленького ребенка. 7 days old. Которому 7 дней. Even a mystic yogi would have a hard time to display such a feat at the age of 7 days. Даже мистические йоги бы, это было бы для них большим затруднением совершить такой подвиг в 7 дней. Then 7 years old, he lifted gigantic hill. Когда ему было 7 лет, он поднял огромный гигантский холм своей рукой, левой рукой. Govardhan hill. Холм Говардхан. How is that possible? Как это возможно? Even Queen Kunti, she states, it is bewildering. Даже царица Кунти говорит, что это сбивает с толку. Although you are unborn, yet you seem to take birth. Хотя ты не рожден, но так кажется, что ты рождаешься. And although fear personified is afraid of you. И хотя сам олицетворенный страх боится тебя. But how come that you, or Krishna, are afraid of a small stick holding in the hand of Mother Yashoda? Как же так, что ты, Кришна, боишься маленькой палочки в руке Мамы Яшоды? That is bewildering. Это сбивает с толку. Bewildering means not easy to understand. Сбивает с толку означает не так-то легко понять. How the Supreme Lord enacts activities just like an ordinary child. Как Верховный Господь совершает деятельность в точности подобно маленькому ребенку? He is crying for the breast milk of his mother. Он плачет, прося молоко из груди матери. He is afraid of being punished by Mother Yashoda. И он боится, что его накажет мама Яшода. He carries the sandals of Nanda Maharaj on his head.
И он носит сандалии Нанды Махараджа на своей голове, приносит ему. Just like any other obedient son. Как любой другой послушный сын. That is not easy to understand. Это нелегко понять. Therefore, Krishna states in the Bhagavad Gita, one who understands those activities properly. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад Гите, что тот, кто понимает эту деятельность правильно, he immediately attains the same transcendental nature as Lord Krishna. Он немедленно достигает той же трансцендентной природы, как и Господь Кришна. In quality, not in quantity, of course. Конечно, в качестве, не в количестве. The living beings are eternally subordinate to the Lord. Живое существо вечно является подчиненным Господу. And he is always the supreme personality of Godhead. И он является всегда верховной личностью Господа. So when Lord Krishna was a small boy, one of his favorite pastimes was to steal butter. Когда Господь Кришна был маленьким мальчиком, то его любимым занятием было воровать масло. And yogurt. И йогурт. This was one of his favorite pastimes. Это была его одной из любимых игр. And this was also bewildering to the other gopis, to the elderly gopis. И это сбивало с толку других гопи, старших гопи. So they spoke to Mother Yashoda. И они сказали маме Яшоде. Another day, Krishna entered the house where the yogurt pot was beyond reach. На днях Кришна зашел в ту комнату, где горшок с йогуртом висел высоко, и он не мог достать его. So small Krishna devised a method to get to the pot. Но Господь Кришна придумал метод или способ, как достать этот горшок. Sometimes he piled up shares. Иногда он ставил друг на друга стулья. Or he climbed atop a grinding water. Либо он залазил на эту ступу, наверх ступы. Yet another time he climbed on the shoulders of his boyhood friends. А в другие времена он залазил на плечи своих пастушков, друзей. So this way he tries to reach that pot. И вот так он пытается достать эти горшки. It was hanging on a rope. Они свисали на веревке. Шикка бандешу, hanging on a rope. Шикка бандешу означает, что свисает на веревке. So Lord Krishna, he knew the content of that, the content of that pot. И Господь Кришна знал, что содержится в этом горшке. Small boy, but so intelligent. Маленький мальчик, но такой разумный. Some pot hanging, he knew what's inside. Какой-то горшок висит, но он знал, что там внутри. Vayunaha. Sanskrit means he knew exactly what's inside. Vayunaha означает на санскрите, что он в точности знал, что там внутри горшка. So then he was thinking how to get, how to reach, how to take out the yogurt. И затем он знал, как его достать и как проникнуть. He took a sharp instrument. Он брал острый инструмент. Pointed end. С заостренным концом. Then he pierced a hole in it. И он пробивает дырку в горшке. And then the yogurt leaked out. И тогда йогурт начинает литься. And then Lord Krishna enjoyed it. И тогда Господь Кришна наслаждается. He distributed it to the other boys. И раздает другим мальчикам. Monkeys were coming. И также обезьяны приходят. He also distributed to them. Он тоже их кормит. So everybody was very happy. Так что все очень счастливы. But then, of course, there was a lot of noise. Но, конечно, из-за этого поднималось много шума. Breaking the pot and the shearing of the noise. Да, вот то, что разбивается горшок и радостные выкрики, скрики ребят. So then the gopis were coming. И тогда гопи приходят. And Mother Yashoda also. И мама Яшода. Because she could see there were the traces of Lord Krishna's footprint. Потому что она видит отпечатки стоп, маленьких стоп Господа Кришны. Because his lotus feet were covered with yogurt, she could see. И так как его стопы замочены в йогурте, то она видит эти следы. So they talked to Mother Yashoda, why you're not a little more careful with your son? И тогда гопи говорили маме Яшоде, почему бы тебе не позаботиться, помочь о своем сыне? He's doing so many mischievous activities. Он совершает столько капризных деяний. Your son only comes when everyone is busily engaged in household affairs. Твой сын приходит только тогда, когда все слишком заняты по домашними делами. But Krishna takes advantage of that. И Кришна пользуется этим. Everybody busy cooking, cleaning, and then Krishna goes into the cell. Все заняты, там чистят или готовят, и он в это время проникает в их дома.
So they mentioned to Mother Yashoda, why don't you take a little more care of your child? И так они напоминают маме Яшоде, почему бы тебе не позаботиться побольше о своем ребенке? He's stealing all our valuable butter and yogurt. Он же ворует все наши ценности, это масло, йогурт. And it is explained, though Krishna had already stolen our hearts. И затем объясняется, что хотя Кришна уже украл наши сердца with the bewitching power of his gentle smile, с очаровательным могуществом своей мягкой улыбки, still his baby talk, his sweet movements, and his beautiful body are simply enchanting. Все равно его легкая походка, его улыбка, все это очень сильно завораживает. So before stealing, Krishna sends some boys as spies. Перед тем, как воровать, Кришна посылает своих мальчиков-шпионов, to find out who's there in the gopis' homes. Чтобы выяснить, кто там остался в домах у гопи. Here we can see the taste of maternal affection toward Krishna. И здесь мы видим силу родительской или материнской привязанности к Кришне. So, by the gopis finding fault in Krishna, they simply talked about Krishna. Когда гопи вот так говорят о недостатках Кришны, о его проделках, на самом деле они просто говорят это для того, чтобы говорить о Кришне. The actual point was not the complaint. Смысл не было в жалобе. The deeper interest of the gopis and Mother Yashoda was to simply talk about Krishna and hear about Krishna. Гораздо глубокий смысл этих разговоров было просто разговаривать о Кришне и слушать о Кришне. Then the gopis continued to warn Mother Yashoda. Затем гопи продолжали оберегать или предостерегать маму Яшоду. See, now your son is stealing butter yogurt. Ну, смотри, твой сын сейчас крадет масло и йогурт. Imagine when he grows up. А представь, когда он вырастет. What will he do then? Когда что он будет делать? So they were warning Mother Yashoda. But now he looks very innocent in front of him. Сейчас, конечно, он выглядит таким невинным перед нами. Krishna was caught. Когда Кришну поймали. Krishna looked very innocent. Кришна выглядел очень таким невинным. Why is everybody on my case? What have I done? Но почему все так пристали ко мне? Что я им такого сделал? It was not me, it was him, somebody else. Это же не был я, это вот он виноват. Другой. So whatever Krishna does, it is perfect. Все, что делает Кришна, это совершенно. You can imagine when Krishna wants to play the part of being innocent, he really does it perfect. И вы можете себе представить, если Кришна захочет сыграть роль невинного, то он делает это совершенно. So Yashoda had no desire somehow to punish her son. И так или иначе, у Яшоды почему-то не было желания наказывать своего сына. She was simply immersed in seeing Krishna's blissful, beautiful face. Она просто была погружена в это лицо, то есть то, что она смотрела на красивое лицо Кришны. Krishna's face, which was illuminated with different expressions of emotions. Которая излучала различные эмоции, различные чувства. Sometimes Krishna had the expression of his face of being afraid. Иногда на лице Кришны появлялось выражение, что он боится. Then his lotus mouth, his eyebrows and eyes, they changed in a particular way. И его лотосные глаза и его лотосный рот тоже менялись определенным образом. Yet another time he looked mischievous. А в другое время он выглядел очень озорным. Then he looked another time. He looked as if he was thinking in a sarcastic way about something. В другой момент он начинал так выглядеть, как будто он думает с сарказмом о чем-то. Yet another time he made faces to the other boys. А в следующий момент он уже начал строить гримасы своим мальчикам, друзьям. So seeing that, Mother Yashoda was simply enchanted. И видя все это, мама Яшода была просто заворожена. So it is explained here. И здесь объясняется, that for the nourishment of Lord Krishna's pastimes, что для того, чтобы увеличить, подпитать игры Господа Кришны, Lord Krishna's it is called Lila Shakti. Называется Лила Шакти. Or Lila Pushti. Или Лила Пушти. That energy which nourishes, enhances Lord Krishna's pastimes. Это энергия, которая подпитывает и увеличивает игры Господа Кришны. Is making your shoulders love ever new and ever fresh.
this energy makes Yashoda's love ever new, ever fresh. Эта энергия делает для Яшоды эти Ивры все более свежими и наполняет их любовью. By supplying to Mother Yashoda what is called as Vismaya Rasa. Предоставляя Маме Яшоды, как это называется, Висмая Расу. Висмая Раса means to be astonished. Висмая Раса означает быть пораженным. When she heard that Krishna was also eating dirt. Когда она услышала, что Кришна также ел землю, грязь, she didn't believe it. Она не поверила. But there was sufficient evidence. Но были достаточно свидетельств. All the cowherd boys they told Mother Yashoda. Все мальчики-пастушки говорили об этом Маме Яшоде. And Krishna repeatedly denied, no. Но Кришна вновь и вновь отвергал. Он говорил, нет, я не ел. I defeated them in the wrestling. Now they want to take advantage. Я победил их. Revenge. They want to take revenge. Сейчас они хотят воспользоваться этим и хотят отомстить мне. That's why they talk like this about me. Вот почему они так обо мне говорят. But it is not true. Но это не правда. Then Mother Yashoda requested Krishna, then you open your mouth. Тогда Мама Яшода попросила Кришну, ну-ка открой свой рот. So Krishna, okay. Кришна сказал хорошо. So Krishna is very intelligent. Но Кришна очень разумен. He revealed Mother Yashoda could see the entire universe in Krishna's mouth. Он показал Маме Яшоде всю вселенную в своем рту. So then Vismaya Rasa, she was so astonished. И тогда Vismaya Rasa, она была так поражена. This normally does not take place in the maternal affection to Krishna. Обычно этого не происходит, когда кто-то чувствует материнскую любовь к Кришне. But at this particular moment, it was arranged by Yoga Maya. Но в этот определенный момент все было устроено Йога Майей. For two reasons. По двум причинам. The first reason was первая причина to distract Mother Yashoda. Отвлечь Маму Яшоду. Because evidence was there, there was some dirt in Krishna's mouth. Потому что свидетельства были здесь, доказательства были, во рту у Кришны была грязь. And Krishna was afraid of being punished. И Кришна боялся, что его наругают, накажут. Why you eat dirt? Don't do this. Not good. Почему ты ешь землю, глину? Это нехорошо. So he wanted to distract Mother Yashoda. Поэтому он хотел отвлечь. She saw the universal form. И она увидела вселенскую форму. Naturally, she forgot about the dirt. Ну, конечно же, в это время она забыла о земле. She had other thoughts. У нее сразу появились другие мысли. So that saved Krishna. И это спасло Кришну. Just forgot about the dirt. А она просто забыла о земле. She said, anyway, close your mouth. Ну, ну ладно, ладно, закрой свой рот. And the second time it is explained. Second reason. Вторая причина объясняется. It is sometimes if there's this rasa of astonishment. Что так или иначе, если появляется эта раса поражения, шока. It keeps the transcendental emotions and love Mother Yashoda has toward Krishna in balance. Это сохраняет любовь, которую испытывает Мама Яшода к Кришне в равновесии. Otherwise, she would perhaps overboil. With love for Krishna and affection for Krishna. А иначе ее бы, наверное, перехватили бы, то есть переполнили бы любовь к Кришне. It is described by the Acharyas. Чувство любви к Кришне. Это описывается Ачарьями. They give the example of boiling milk. Они приводят пример, когда вы кипятите молоко. Матаджи знает, if you boil milk, you have to be careful. Матаджи знает, что если вы кипятите молоко, то нужно быть очень внимательным. So that it doesn't overboil. Чтобы оно не перекипело. Very heavy smell afterwards. Не выкипело, а иначе будет такой подгоревший запах, сильный запах. Milk lights overboils and then on the stove and then it burns. Когда молоко выкипает за кастрюлю, то есть за пределами, то тогда оно падает на плиту и появляется запах. So what you have to do, you just take one piece of straw. И что нужно сделать? Нужно взять одну травинку или соломинку. I think grass also works. Я думаю, что не только соломинка, травинка тоже получится. You put it in the milk. И нужно положить ее в молоко. It doesn't change, affect the taste. Это не влияет на вкус молока. But then milk cannot overboil. Но уже после этого молоко не может выкипеть. So this is this Vismaya Rasa astonishment. This is the piece of straw.
И вот эта висмая раса, или как бы шок, поражение, очарование, это и есть висмая раса. It provides a transcendental balance to the bliss, overboiling bliss of those eternal associates of the Lord. They have Krishna. Она дает такой баланс или равновесие вот этой чрезмерной, огромной любви, которую испытывают спутники Кришны к Кришне. So the village woman advised Mother Yashoda. Итак, деревенские жители посоветовали маме Яшоде. Mother Yashoda had the idea to bind Krishna with a rope. Потому что у мамы Яшоды была идея связать Кришну веревкой. And she tried very hard. И она пыталась изо всех сил. And then the other gopis they advised Mother Yashoda better not to try any further. It's impossible. И затем гопи стали советовать матери Яшоды, что лучше тебе остановиться, это невозможно. All the ropes she found, she tied together, always a little bit too short. Потому что все веревки, которые она находила и связывала вместе, все равно их не хватало. And two fingers always too short. И всегда не хватало двух пальцев, длинных два пальца. And the other gopis thought, you know, why don't you give it up? It's impossible. И тогда другие гопи советовали, ну почему тебе тогда не прекратить, не оставить это делать? Это невозможно. But Mother Yashoda replied. Но мама Яшода ответила. Even if evening comes and I tie together all the ropes in the whole village. Если даже до самого вечера я свяжу все веревки, которые только есть в нашей деревне, I have to punish myself. Я все равно должна наказать своего сына. Also displeased. Потому что вы все так недовольны. And I also want to find out the extent of my son's waist. И я также хочу выяснить для себя, какая же длина талии у моего ребенка. There must be some end to it. Ведь этому должен же быть какой-то конец. Mother Yashoda, she was ready. She was ready to find to use all the ropes in the entire village. Так что мама Яшода была готова использовать все веревки, которые только были в деревне. Still always two fingers. Но все равно всегда не хватало длины в два пальца. So these two fingers, which were necessary. И вот эти длины два пальца, которых не хватало. It is the parishramam. Parishramam. That means one finger, the heart endeavor. Determination, hard endeavor of the devotee. Parishrama, то есть один палец, это очень самоотверженные усилия преданные. And then the Krishna Kripa, or the causeless mercy of Krishna. А второе это Krishna Kripa, или беспричинная милость Кришны. These two fingers are necessary. Вот эти два пальца необходимы. And they the Svanishta, this is the steady quality of the Lord. Svanishta это постоянное качество Господа. Which brings about the his causeless mercy toward his devotees. Которая дает беспричинную милость Господу своему преданному. And then the bhaktanishta. Затем bhaktanishta. That's the firm faith, determination of the devotee. Это твердая вера или решимость преданного. When these two qualities are present. Когда эти два качества присутствуют. Then there's success. То тогда успех. And Krishna wanted to demonstrate. И Кришна хотел это показать. And then when Lord Krishna saw, you know, when his Kripa Shakti, his mercy toward his devotee manifested in the heart of Krishna, in the consciousness of Krishna. И когда вот эта милость или вот это что-то в Кришне или что? In the consciousness of Krishna, the heart of Krishna. Да, когда вот это вот, ну то есть он понял вот эти очень сильные старания мамы Яшоды. Seeing Mother Yashoda struggling so hard. Видя, как она изо всех сил прилагает усилия. She was sweating, the flower arrangements loosened, fell off her hair. Она потела, и с ее волос падали цветы, которые украшали ее голову. This is also explained. Это тоже все объясняется. That the flowers, there cannot be any mistakes in the spiritual world. Не может быть никаких ошибок в духовном мире. Here, if flowers fall from the hair, it is some mistake. Здесь, когда волосы выпадают, вернее, когда цветы выпадают из волос, то это, конечно же, ошибка, недостаток. Some imperfection. То есть это несовершенство. If the Mataji dancing on stage. Когда например, Матаджи танцует на сцене. Very nicely. Все очень хорошо. Then the whole flower arrangement falls. И вдруг все эти украшения из цветов падают с его головы. It's embarrassing. Это очень неудобно стыдно. Everybody goes, все вот так вздыхают. How could this happen? Как же это произошло?
Mother Yashoda, it is not an imperfection. Но для мамы Яшоды это не является несовершенством. But these flowers, the spiritual world, they're all living beings. Эти цветы в духовном мире это все живые существа. The flowers in Mother Yashoda's hair, they were so amazed about Mother Yashoda's devotion and love for Krishna. Цветы на голове у мамы Яшоды были так очарованы, так поражены любовью у мамы Яшоды. They decided to touch her lotus feet. Поэтому они решили прикоснуться к ее лотосным стопам. Вот почему они выскочили оттуда, чтобы упасть на ее лотосные стопы. So amazed. Они были так удивлены. So when Krishna saw Mother Yashoda in this condition, и когда Кришна увидел маму Яшоду в таком состоянии, that awakened his mercy and compassion. И это пробудило его милость и сострадание. And then he allowed himself to be tied. И тогда он позволил связать самого себя. And then everybody was very happy. И тогда все были очень счастливы. Now Krishna cannot continue stealing the butter and yogurt. А вот теперь Кришна не будет продолжать воровать масло и йогурт. But then Krishna had another plan. Но у Кришны появился другой план. To deliver the two sons of the Kubera. Освободить двух сыновей Куберы. So in this way we find that although Lord Krishna's pastimes are human life. Вот так мы обнаружим, что хотя и игры Господа Кришны походят на человеческие, they're filled with amazing events. Они на самом деле переполнены необычными событиями. Which is simply reawaken our own. Affection and love for Krishna. Которые просто пробуждают нашу собственную любовь и привязанность к Кришне. One time Śrīla Prabhupāda was in a room with some of his disciples. Однажды Śrīla Prabhupāda был в комнате с некоторыми из своих учеников. And then there was one picture of Krishna at the wall. И там на стене было изображение Кришны. Of a child Krishna. Ребенка Кришны. And the Prabhupada looked at that picture. Prabhupada посмотрел на эту картину. Then he was chanting Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. И он стал воспевать Govindam Adipurusham. And then Prabhupada with wide eyes he made a statement. И затем очень расширив свои глаза, Prabhupada сделал такое высказывание. We are proud of having such a wonderful master. Мы гордимся таким замечательным хозяином. This is the devotee's pride. Вот это гордость преданного. Otherwise, there's no pride in the devotee. А иначе в преданном нет никакой другой гордости. The devotee is most humble. Преданный является самым смиренным. He doesn't see anyone as a servant. А он не видит кого-то как слуг. He sees everyone as master. Он видит всех как господ. He is supposed to render service to. Которым он должен выполнять служение. All living beings are part parcel of Krishna. Все живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны. Just like you serve the master, you serve also the part and parcel of the master. Если вы служите Господину, то вы служите также Его неотъемлемым частям. So the devotee is most humble. Итак, преданный является самым смиренным. Like the Mahabharata is described. Как описано в Махабхарате. Once Lord Krishna requested Duryodhana. Однажды Господь Кришна попросил Дурьодхану. Now you go out and you find anyone. That's how was it? Find anyone who is more qualified. No, who is less qualified than. Who's more qualified than you? Иди и найди кого-нибудь, кто является less qualified. Yes. Найди кого-нибудь, кто является менее достойным, чем ты. Find anyone who's less qualified than you. Найди кого-нибудь, кто является менее достойным, чем ты. It was wrong. First, Yudhishthira Maharaj. То есть вначале было так. Он попросил Юдиштиру Махараджа. Найди кого-нибудь более достойного, чем ты. Юдиштиру Махараджа, find anyone who's less qualified. You also do that. Anyway. Let's say who is less qualified than you. To менее достойным. Yes, this was it. Who's less? And then Yudhishthira Maharaj went out. Итак, Юдиштир Махарадж отправился. And he returned. Вернулся потом. I cannot find anyone who's less qualified than you. Я не могу найти никого, кто является менее достойным, чем я. Right?
So he was so humbled. Он был так смиренен. He thought everybody is more qualified than him. Он думал, что все более достойны, чем он. And then he asked Duryodhan. Затем он спросил Дурьодхану. Find anyone who is then more qualified? Yes, find anyone who is more qualified. Найди кого-нибудь более достойный, более достойного, чем ты. So he went out also. И он отправился. He also returned. Sorry, cannot find anyone. Вернулся, извини, не мог найти никого. In other words, he thought I'm more qualified than anybody. Другими словами, он думал, что он является самым достойным. But that's the difference between the materialist and the devotee. Вот в этом разница между материалистом и преданным. Materialist, he always thinks he's most qualified. Материалист всегда думает, что он самый достойный. More qualified than anybody else. Более достойный, чем кто-либо, кто бы то ни был. Devotee thinks exactly the opposite. Но преданный думает в точности наоборот. Everybody is more qualified. Что все более достойны. So that's the nature of it. Вот такова природа преданного. But there's also pride in the devotee. Но в преданном также есть гордость. Yes, yes, вот это иногда мы видели. In Śrīla Prabhupāda. В Śrīla Prabhupāda. When he talked about Krishna, Prabhupāda was proud. Когда он говорил о Кришне, то он был очень горд. Not about himself, of course. Конечно, не собой. Prabhupāda was proud of Krishna. Прабхупада гордился Кришной. He made that statement, we are pride. We are proud of having such a wonderful master. И он сделал такое высказывание, что мы гордимся таким замечательным господином. So that way we can also exhibit pride. И вот так тоже мы можем показывать гордость. About Krishna. О Кришне. How wonderful Krishna is. Касательно Кришны, как замечателен Кришна. How intelligent Krishna. Как разумен Кришна. The scientists, they always think they're so intelligent. Ученые думают, что они такие разумные. Manufacturing so many devices, so many things. Мы создаем столько много разных механизмов и вещей. See here, we manufacture the spoon. Видите, вот мы придумали эту ложку. Some what is stainless steel? Из стали. Nice ложка. Хорошая ложка. The factory. На заводе. На заводе. We did all it. But just see, now we display our pride. Но посмотрите, мы можем на самом деле свою гордость тоже показать. But Krishna is a bigger scientist than you. Но у Кришны, Кришна на самом деле является большим ученым, чем вы. He already manufactured a perfect spoon. Он уже сделал совершенную ложку. Our hand. Это наша рука. Your spoon cannot grab anything. Ваша ложка не может ничего хватать. So we have to go underneath and then lift it up. Так или иначе нужно залезть под низ и потом поднять. Krishna spoon, you can grab it. Но ложка Кришны, вот она может схватать. And it's a sensitive spoon. И затем эта ложка является чувствительной ложкой. If the temperature is too high, если температура слишком высокая, ha, you cannot touch. То она не может прикоснуться. Which means it's not good for the stomach walls. Что означает, это нехорошо для стенков желудка. The sensitivity of the fingertips are equivalent. With the sensitivity of the stomach walls. Чувствительность пальцев, кончиков пальцев, в точности равна чувствительности стенков желудка. Yeah, such a spoon they didn't develop yet. Но такую ложку они еще не создали. They did a barometer. Чтобы на ней был термометр или барометр. Touch and see. Вы прикасаетесь к ложке и сразу видите температуру высокой силы. This they didn't develop yet. Это еще они не придумали. You just eat it. Вы просто ешьте это, и потом жгете себе язык. You have experience? У вас есть такое? Too hot. Слишком горячее. But the fingers can immediately feel. Но пальцы немедленно чувствуют. If you can tolerate, then you can eat. Если вы можете терпеть пальцами, значит можно есть. Always, Krishna is always more intelligent. Так что Кришна всегда более разумен. Just like the, again, scientists they manufacture these airplanes. Как, например, ученые они создали эти самолеты. They're so proud of it. И так гордятся. But what about Krishna? Но а что же насчет Кришны? He manufactured flies. Он изобрел мух. So small. И летает без всяких проблем. But these bumblebees. Или пчелы. These are flying. Летают. They don't make any. They don't pollute the environment. И не загрязняют атмосферу. Always clean. Всегда чистый.
They don't collide, the accident. These airplanes are dropping all the time. А эти самолеты падают постоянно. They're very ecstatic. What is that city? Краснодар. I have to fly to Краснодар. Мне нужно будет скоро лететь в Краснодар. To join the Divnomorsk. Чтобы присоединиться к Дивноморскому фестивалю. And exactly that same flight. И вот в точности вот этот же рейс. Already two planes crashed. То есть вот этот рейс Москва-Краснодар уже две были катастрофы. Два самолета упали. То есть будет экстатичное путешествие. So these things are happening. Так что эти вещи происходят. 200 people died. 200 человек погибли. They're proud. Не, они гордятся. But you never see two flies bumping into each other. Но вы никогда не видите, чтобы две мухи врезали друг в друга. Never see. Никогда не видите. And there are so many flies. А существует столько много мух. So many mosquitoes. Так много комаров. Flying all over the place. И летают повсюду. They never crash into each other. И они никогда не врезаются друг в друга. That's Krishna's, airport arrangement. Это вот то, как Кришна устроил движение воздуха. Always perfect. Всегда совершенно. Or if we want to move faster. Или если мы хотим двигаться быстрее, you take a horse. То тогда садитесь на лошадь. Those who are riding on horses never have problems with the lower part of the body. Те, кто ездит на лошадях, у них никогда нет проблем с органами, так сказать, нижней части человека. Very strong. Очень все сильно. Because it's nice massage. Потому что замечательный массаж. Никаких больше проблем. But those who are sitting in the car, in the office, behind the computer, whole day. Но те, кто сидят в офисе, в машине, за компьютером всеми днями. Then they have all these problems. То тогда у них все эти проблемы. Prostate problems. Простата. Prostate gland problems. Infections. И всякие эти, как воспаления. Kidney stones, gallbladder stones. Камни в почках, камни в желчном. All these nice problems. Все эти замечательные проблемы. Because they don't move, they don't exercise. Потому что они не двигаются, никаких упражнений. All day sitting. Весь день сидят. And they're moving to the car. Потом они sit, they move to the car. Они двигаются вот из со стула они идут в машину. Три минуты. Это все их движения. Then they return home. Потом возвращаются домой. They sit on the big soft seat. И садятся в огромное мягкое сиденье. Watch TV. Смотрят телевизор. Until they fall asleep. Пока не заснут. This is their life. Вот это их жизнь. We thought we are so intelligent. Мы думали, что мы так разумны. Now we move very fast. О, сейчас мы двигаемся так быстро. All the cars are moving. Все эти машины так ездят. Just see the price we have to pay for our intelligence. Но смотрите, какой ценой нам приходится расплачиваться за такой разум. Environment is being polluted, like anything. Атмосфера загрязняется очень сильно. All sorts of diseases develop. Развиваются различного вида болезни. So many car accidents are there. И столько много аварий, автоаварий. Again, you never see two horses crashing into each other. Опять-таки, вы же никогда не увидите, чтобы две лошади врезали. The cars crashing all the time. Но машины врезаются постоянно. The statistic in Germany, for instance, is. Статистика в Германии, например, такова. In one year. За год. Between 13,000 and 15,000 people die in car crashes. Между 13 и 15 тысячи людей погибают в автомобильных катастрофах. Nice. Очень хорош. It's like small villages are being wiped out every year. Это вот как будто каждый день стирается с лица земли целая деревушка. And do we have more time now? Появилось ли у нас больше времени теперь? We wanted to save time. Мы же хотели сэкономить время. Now you're moving very fast. Сейчас мы же двигаемся очень быстро, замечательная машина. You should have a lot of time. Должно теперь быть много времени. Because you complained in the past. Потому что в прошлом вы жаловались. The horses are очень медленно. Лошади очень медленны. Лошади очень медленны. We were complaining. Вот так мы жаловались.
no time. Нету времени. To ride on a horse in next city takes a whole day. Если, например, на лошади ехать в другой город, так это целый день займет. Now you have a nice fast car. А сейчас есть быстрая замечательная машина. You have more time now. Но теперь у вас появилось больше времени. People don't even have the time to take our books on the street. У людей нет даже времени, чтобы взять наши книги на улице. Takes 10 seconds. Это 10 секунд. You take it, give the Lakshmi. Возьми, дай Лакшми. But they complain, no time, no time. Но они жалуются, нет времени, нет времени. It's just Maya's trick. Это просто трюк Майи. Because we don't want to surrender to Krishna's natural arrangements. Потому что мы не хотим предаться тому естественному устройству Кришны. We just want to imitate Krishna. Мы хотим просто подражать. Oh, we are self-sufficient. Нет, мы самодостаточны. We can do everything ourselves. Мы сами все можем сделать. Like this. Anyway, it's a big subject matter. Но это целая тема. The point was that Srila Prabhupada was proud of Krishna. Смысл в том, что Шрила Прабхупада гордился Кришной. Because Krishna is complete and perfect in all six opulences. Потому что Кришна является совершенным во всех шести достояниях. And when Krishna performed his pastimes in this world, и когда Кришна совершал свои игры в этом мире, he displayed those opulences. Он проявил все эти свои богатства. That is being indicated in these verses. И в этих стихах Бхагавад-гиты и на это указывается. That this human-like form, this supreme personality of Godhead, it is all attractive, all enchanting. Что эта форма, человекоподобная форма Кришны, является всепривлекающей. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна. Now there's арати. Сейчас арати, да? Киртан. Киртан. Half an hour. Then we can chant a little bit. Тогда мы немножко можем повоспевать. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama,
Hare 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 Hare